В 1924 году Булгаков написал памфлет, который он назвал роман «Жюля Верна», переведенный с французского на эзопов. Но в 1924 году этот памфлет был опубликован в газете накануне берлинской, эмигрантской, и там печатался Булгаков. И это было опубликовано после смерти Ленина. Можно даже сказать, что это был своего рода некролог на смерть Ленина. Но тогда еще, несмотря на весь террор и несмотря на все, что сделали большевики, пришедшие к власти, все равно еще сохранялись ниточки с денотатами. Я что имею в виду? Что при переводе на эзопов язык, чтобы эзопов язык